Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он ёбнутый Владимир Путин, чтобы вы поняли. Понятно, да? А, кстати, вы мне такие вопросы задаете. Я на Барвихе сидит или нет? Да? Так, вот сейчас вот вы скажете, и у вас лежат лицензии. Вот если этого процитировать. Это уже пошло в прямой трансляции. Мне трудно давать советы. Мне кажется, что главная проблема Украины – это сохранение государства. И вы должны такой формат государства предложить, который бы был жизнеспособным. Я не знаю, что это такое. Я понимаю лицемерие и фарисейство Путина, когда он предлагает федерализм, потому что сам он в России федерализм уничтожил. И я вам, как основатель российского государства, автор Конституции российской, могу вам сказать, что, конечно же, все, что было с федерализмом, покончено, и с местным управлением тоже. Он на днях протащил поправки об отмене выборов мэров, депутатов.